От ГИБДД и волонтеров Бийского педколледжа с любовью. Романтический праздник, который отмечают миллионы влюбленных во всем мире, не обошел стороной правоохранительные органы Бийска. Сегодня сотрудники госавтоинспекции останавливали водителей, как и положено, проверяли документы и каждому вручали валентинки. Здравствуйте. В честь Дня Святого Валентина мы хотели бы подарить вам вот такую открыточку, на которой написаны пожелания. И никогда, пожалуйста, не забывайте про правила дорожного движения. Благодарю вас. Всего доброго. Всего доброго. Соблюдай дистанцию, пристегнись, не нарушай. Эти и многие другие советы водители получили в необычной форме. Популярные валентинки автолюбители приняли с удовольствием и обещали выполнять те пожелания, которые на них написаны. Акция «Валентинки для машинки» в нашем городе проводится уже на протяжении многих лет. Красочные открытки на этот раз смастерили студенты Бийского педагогического колледжа. Водители положительно реагируют на данное мероприятие. Они, так скажем, с теплым сердцем принимают сердца, изготовленные волонтерами. Ну и, конечно же, стараются соблюдать правила дорожного движения.